Включать тут. Что мы там меняем? Что там? Якорь, да? Шестерня. Якорь. Компрессионные колечки. Кстати, надо посмотреть по раскладке, какое туда ставить. Колечко. Так просто не снимешь, надо в тиски идти зажимать его. Здесь ключик 13. Что в тиски открутить? Thank you.
Записью идет со звуком, да? Ну да. Снять стопорное колечко. А вот этот номерак-то. Номерак? Ну да. Номер, ну, номер реализации. И на листочке напиши. Еще одно стопорное колечко. Конечно. Тоже. Сейчас я не буду. Я здесь бы оплатил, не будет. Нельзя.
Так, компачок. И еще стопорная колечко. Сколько там всего стопоров? Да много. Раз, два, три, четвертый стопор. Так. Все. С помощью тисочков и резинового молотка будем сбивать ствол. Еще надо удалить еще стопорное тело. Вот оно одно. Шарик. Второе стопорное тело. Все. Со стволом все умыли. Значит, меняем вот эту шестерню. Из-за чего она поломалась? Съелся якорь, зубья якоря. Вот они съелись. Ну и, соответственно, одна деталь никогда не съедается. Всегда съедается несколько деталей сопрягаемых. Здесь мы на зубьях видим износ. Да так, что? Капучка сломана. Со станции легла, с косилки. Вон там, посмотри, слева лежат, там целый коробок их там много. Смотри, вот износ зубья, видишь, какой идет? С этого боку. Вот оно. А здесь уже нормальный зуб пошел. То есть всегда вот на таких аппаратах, на моих мотках, с одной стороны зубы изнашиваются на шестерне. Это именно у Боша только, да? Ну нет, не только у Боша, у отбойных молотков. Это у отбойных молотков. Ну, а это, можно так сказать, предохранительное устройство. Порядке. Хотя вот это тоже есть значительный у нас. Вот в этом сопряжении. Но он еще поработает. Да, вы конечно слышал такое. На этой станции на станции на колышке. Смазку уже будем старую удалять, да? Ну, по идее, да, надо старую смазку удалить, новую заложить. В общем, тут надо бы остановить, чтобы
кольца. Кольца стали квадратные. Уже. То есть работать это не будет уже. Компрессии не будет здесь. Вот какой-то лабиринт. Добрались. Вот. Адаче, да? А, добрал до газа. Блядь, вода не еду, это какие реки, я не знаю, блядь. Короче, пиздец, только гламурный чувак, а мне так заниматься. Хорошая запись с матюками. Так. Ну все, зеленое колечко ставится на вот этот поршень. Мы его поставим. Розовое колечко ставится на ударный поршень. Все. Вернемся. Удаление все маски. Нет, не для спарта. Старый. Да мужик, ну что, стоит, то надо не...